Был узок путь гонимой церкви, полон скорби и тревог, надежды радужные меркли, как от жары в саду цветок, за веру в Бога притесняли, судили братьев и сестер, вреда немало причиняли, горел безбожий костер. В краях Сибири и Урала им власть давала отдохнуть, покой и радость своровала, пытаясь Бога зачеркнуть. Детей порою отбирали за то, что добрые отцы их жить по слову научали. То были веры образцы. Без Бога мир построить новый желал надменный человек. Он Божьим слугам путь суровый определил в безбожный век. Но церковь все же возрастала, тиран не смог ее сгубить, она на Бога уповала и продолжала дальше жить. Минули грозные столетия, свободу церковь обрела, но память держит лихолетия, что на пути она снесла. Борьба еще не прекратилась, не завершен нелегкий путь, жизнь по-иному закружилась, есть страх в беспечии уснуть. Не спи, душа христианина, день избавления грядет. Спеши встречать Господня Сына, к концу идет земных дней счет. Слава Богу.